среди дыма и огня я с кормы все время мимо своего стрелял коня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма. Я запомнил навсегда, уходящий берег Крыма. Я запомнил навсегда. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях необычные люди. Это ансамбль казачьей песни «Кунаки». Андрей Панин и Валерий Корженский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле мы уже встречались и пересекались как-то. И я на самом деле слежу за вашей деятельностью. И вы мелькаете на горизонте. Просто я чувствую, что у вас идет активная жизнь. Ну, концертная деятельность, живая. Расскажите, пожалуйста, вот о себе. Как вы встретились? Что такое кунаки? Чтобы пояснить. Ну, кунаки, если просто сказать, это не углубляясь далеко в понятие кунаки. Кунак – это друг. Друг. Кунак... На Кавказе отдавали даже детей кунаку на воспитание. Кунаки примеряли разные стороны враждующие. То есть своеобразные они как мосты. Наводящие мосты между двумя, может быть, даже религиями, между народами в этом духе. Познакомились мы с Валерием Павловичем в Москве на фестивале. Я туда приезжал со своим коллективом, с Ингушетии. А он отсюда, с Санкт-Петербурга, приехал. Увидели друг друга, он говорит, поехали к нам. Да, я говорю, поехали. Вот приехал в Санкт-Петербург, и как-то решили организовать коллектив вдвоем. Вначале потом у нас девочки еще поют с нами. Ну, подбирали все, репертуар, песни, костюмы. И кунаки, вот видно, скорее всего, почему кунаки, многие... как-то нас начали воспринимать, помните, «Кавказская пленница», да, вот Папаха, это самое,
у Вицина, да, кунаки. Вот как так, кунаки. Искали, конечно, долго название себе, много названий же в Санкт-Петербурге, казачья доля, ансамбль, такое-то, ну все есть, и станица. Решили какое-то необычное, ну вот кунаки. Получилось так, что друзья, вот и... И запоминается. Да. Ну, в данном случае это еще творческий союз, да? Творческий союз. Может быть так. Да, Валера, он пишет музыку на авторов стихи. Вот, допустим, вот в этом году мы выпустили спектакль с участием заслуженного артиста России Юрия Александровича Кузнецова, посвященное стихам и творчеству казачьего поэта Николая Николаевича Туроверова. Валера написал на 4 песни музыку, то вот он пишет музыку, слушает стихи, вот так вот находим. Ну, то есть вы нашли друг друга, поняли, что вы можете что-то вместе, как-то у вас единомыслие, да, появилось, вы поняли, что у вас тембра совпадают, музыкальный уровень, восприятие. Ну, Валера, он 30 лет проработал в театре Михайловском. Немножко... До сих пор, да? Нет, я сейчас не работаю. Я пенсионер. На заслуженном отдыхе. На заслуженном отдыхе, да. Нет, не отдыхаю. Мы отдыхаем. Я никогда столько не работал, даже в театре, сколько мы вот вдвоем работаем. Ну да, у нас... День и ночь работаем. И благотворительные мы концерты проводим. Ну, хорошо, прекрасно. Мне кажется, что вы как бы, ну, вот, прожили такую жизнь... Вы же в Ингушетии, да, жили? Незаслуженный артист, да? Да, я жил вообще, родился я в Нальчике, потомственный казак, я кирские казаки, у меня весь род уходит с города Прохладного, Головко. Mm-hmm. Вот, как-то вот оттуда. На Кавказе жил, в Нальчике, в Ставрополе. В последнее время я работал в Ингушетии, у нас там был коллектив, и вот там получил заслуженного артиста Ингушетии, посмотрели на наше, как говорится, творчество и оценили. Спаси Господи. Я думаю, что пришла пора следующей песни. Следующая песня будет «Хуторок». О том, пожалуйста. Как ехал казак по степи, завернул в хуторок, влюбился и остался там навсегда. Пожалуйста. Ноги. С поля дул прохладный ветерок, ехал парень дальнюю дорогой, завернул погреться в хуторок. Ехал парень дальнюю дорогой, завернул погреться в хуторок. А хозяйка еще молодая, как родного встретила меня, в горницу любезно пригласила, чарочку с дороги налила. В горницу любезно пригласила, чарочку с дороги налила. А под утро рано с позаранку вышел я буланного поить. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет со мной говорить. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет со мной говорить. На прощанье подала мне руку, опустила вниз на глаза. Снял тогда я золотую уздечку, расседлал буланного коня. Снял тогда я золотую уздечку, расседлал буланного коня. Так и не доехал я до дому, затерялся где-то в хуторке. Что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе? Что же делать парню молодому, коль пришлась девчонка по душе?
прохладный ветерок. Ехал парень дальнюю дорогой, завернул погреться в хуторок. Ехал парень дальнюю дорогой, завернул погреться в хуторок. Спасибо большое за песню. Очень интересная история. Я так понимаю, что казакам присущи и обыкновенные человеческие чувства. И, ничего, да, да, это точно. Не только воевать там. Ну, любовь, вот, да. Любовь к родине, любовь к женщине, к земле к своей, на которой он живет. Он же всегда охранял, воевал, охранял, пахал, сеял. Конечно, хотелось бы побольше узнать вот о бытии казаков, но мы сегодня в передаче касаемся их в основном песенного творчества, да? Да, да. Это вот те песни, которые пели казаки? Или это, ну, или это современные, кто-то сочинял их? Нет, «Хуторок» — это современная песня. «Хуторок» — это современная песня. Ну, как, почему обязательно надо петь песни только тех, той эпохи, когда вот... Ну, то есть у вас не чистый фольклор, да, ансамбль, а... Ну, более широкая, да? Более широкая, да, да. Мы популярные. Популярные песни. Ну, чтобы зрителю было понятно и приятно находиться на концерте. Мы поем также еще, помимо казачьих песен, мы поем и песни Великой Отечественной войны, времен войны, об этом, о том, что это патриотика, это надо детям прививать эти все песни. Вы знаете, мы поем, бывает, в школе там или где-то для деток. Они с удовольствием с нами подпевают ту же «Катюшу», ту же «Землянку». Они... Едут по Берлину. Да, едут наши по Берлину казаки. Наши казаки, да. Хорошие вот песни. Недавно вот мы услышали эту песню в интернете. Называется она «Береза». Вот она о Великой Отечественной войне. Как бы, ну, там не указывается именно, что вот Великая Отечественная война, да, но емко и понятно все об этом. Вот, вот такая песня у нас еще есть. Про... Помимо таких эстрад, еще эстраду поем. Ну, потому что казаку ничего не чуждо. Любая песня. Понятно. Мне очень хорошо, что у вас такой творческий. Я думаю, что даже как-то у вас есть перспектива и рост. И, ну, вы собираетесь, да, расти? И... Ну, вот мы сейчас увлеклись вот духовной музыкой. Вот Людмила Кононова у нас вдохновила. Матушка Людмила. Да, да, матушка, да. Людмила Кононова вдохновила. У нее шикарные песни. Нам так они нравятся. И мы хотим просто отдельный концерт сделать. У нее есть царская тема. Есть, да, тема, но мучеников. Мы все это проходим. Тема Серебряного века. Мы ее одну песню даже исполняем. Это было их с «Урядником 13» вот, по Туроверову. Угу. Просто прекраснейшая песня. Здорово. Здорово то, что вы реагируете на все. Вот здорово, что вы держитесь в традиции, ну, вот, потому что сейчас очень много всяких отклонений, экспериментов, и вот равняются люди на Запад, то, что вы работаете. Ну, то есть в этом нашем культурном, православном, можно сказать, слое это обязательно нужно. Потому что вот я и хотел, знаете, о чем с вами поговорить в этой передаче? Ну, вообще-то вот так, по идее. О песне вот нашей современной жизни. Как, может, и почему люди живут без песни? Почему люди перестали петь? Без нее жить нельзя, я считаю, без песни. Без музыки, без песни жить нельзя. Ну, это вы. А вот как это людям рассказать? Ну, я считаю, что песня может все сделать. Музыка, песня может просто изменить. Главное, я думаю, что это хорошее исполнение. Во-первых, слово в песне должно быть. Бывают такие песни, вот что-то вот хорошо и музыка, а текст непонятен. А что бы вы посоветовали вот современному? Они же не могут одеть казачью одежду. Нет. Или вступить в... Зачем одевать? Главное, чтобы в душе... Но ведь у казаков тоже, помните вот эту песню? «Не для меня придет весна». Финал заканчивается. Да. А для меня кусок свинца. Все. Там веселого-то мало. Но в этом тело куске свинца, да, вот этот свет вот оттуда идет... то он верит. А у него нету такого, что вот безысходность. Ну, да. Кусок свинца. Повезет, значит, не будет кусок свинца. Ну, это
Это, понимаете, это целое, целый пласт. Конечно. Это целое мировоззрение. Да. Но в основном связано, конечно, с православием, с верой. Но я считаю, что молодежь у нас сейчас очень шикарная. Она уже вся идет в церковь, она идет к Богу. Она идет к хорошим песням, она идет к хорошим манерам. Она становится более патриотична к России. Она, я не знаю, какие еще можно подобрать... слова к этому. Ну молодежь, кстати, давайте это. Тогда мы уже раз затронули песню «Не для меня». Может, вы ее споете нам? Давайте. Давайте. Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня, не для меня текут ручьи, журчат алмазными струями. Там дева с черными бровями, она растет не для меня. Там дева с черными бровями, она растет не для меня. Не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется. Христос воскрес, Иисус польется в пасхальный день не для меня. Христос воскрес, Иисус польется в пасхальный день не для меня, а для меня кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольются. Такая жизнь, брат, ждет меня. И слезы горькие прольются. Такая жизнь, брат, ждет меня. Да, спасибо большое. Песня очень хорошая. Я слышу ее, и у меня в приходе тоже есть люди, у меня, которые поют казачьи песни. И казачьи коллективы ко мне приходят. Хочу вернуться к этому разговору о молодом поколении, о детях. Вот мне кажется, что это все должно быть с молоком матери, культура впитываться. Сейчас вот сегодня подносит мне, сегодня литургист уже, мальчика подносит мне под благословение. А он, у него в руке молитвослов, ему все там 2 годика. Молитвослов он держит, он как бабушка держит молитвослов, открыт у него. Я его благословляю, он склоняет головку, крестится. И я вот это же ему, насколько это в жизни будет, как это ему поможет, если, конечно, разные будут периоды.
Вот как, есть ли в Петербурге или вообще где-то такие центры или школы, где можно воспитать вот маленького казачонка такого, чтобы он впитал эту культуру и песенную, и, ну, любую? Ну, вот мы шефствуем над Парголовской школой. Там есть как, у нас маленький казачий класс. Так, это ваш личный опыт, да? На этом, да, мы там... Я приезжаю туда с детьми, песни учим казачьи. Вы знаете, дети просто потянулись. Когда была первая встреча, когда они меня увидели, они подходили. Это у вас, говорит, настоящие волосы. Ну, как-то все это прошло. С детьми же нельзя сразу вот так вот, равняясь смирно, там, как-то с песней, как-то шутками, что-то где-то. И вы знаете, дети потянулись. И не просто потянулись, а вот вы сказали сейчас, с молоком матери. А тут получается наоборот. За детьми пошли родители. Взрослые. Взрослые. Им стало интересно. Родители приходят вместе с детьми к нам на концерты. Они идут и... Ездят на все представления наши. И вот. В церкви ходят, да. И все. То есть вот. Пацаны такие довольны, что вот родители с ними приехали. Они-то в форме вообще. Казачата такие дисциплинированные вообще. Классно смотреть на них. Это вообще одно удовольствие. А вот, Вальвер, а ты имеешь отношение так, нет, к казачеству? А? Нет. Ты какой? По духу казах? Ну да, вот я люблю. Как ты вот так вот, ну, вот и окунулся? Ведь вот это классическое образование, наверное, да? Да, да. Ты по нотам все поешь. Да, да. Ну, я все время прожил, я 25 лет прожил в деревне. Рядом. Мое любимое животное – это лошадь. Да. Ну, с лошадью, конечно, там катаешься на лошади. В ночное ходили. И вот я до сих пор собираю коллекцию живописи. Она почти вся о лошадях. Интересно. Вот я хочу, у меня казачья тема, потрясающая. Можно огромную выставку сделать, но я не знаю пока, где это сделать. У меня, ну, просто на 3 гигантских выставки можно сделать казачьи. Да. У меня все художники казаки настоящие. Петренко, Герасименко там. Ну, они здесь жили, но настоящие казаки. То есть ты какое-то время жизни, ну, работал все там, честно свой труд, да. Пел, арию, да? Да, да, в опере пел. Ну, какую-то арию какую-нибудь пел? Ну, как... Пинкертона я пел, русалка, да. Пел. Ну, что, сам русалка там, да. Пиковая дама. А потом наступило время... И... Вот захотел поменять все. Да. Вот захотел и все, потом стал... А как же, это же постановка голоса, это по-другому же, наверное? Конечно, по-другому. Это... Я первое время, знаете, очень уставал, потому что тут совсем другая манера пения. Угу. Я споил 4-5 песен, и все, я сдыхал. А сейчас вот мы с Андреем поем сольные концерты, я уже, ну, 3-й год уже пошел, я просто пришлось поменять. Да, ну все, да, подачу, да. Как бы. И подачи, и мозги надо поменять. Вы знаете, казачья, да. Песня что-то делает с человеком, потому, да. Что его жена говорит: Андрей, что ты с ним сделал? Я говорю: а что такое, Оль? Она тоже солистка театра, Мариинского, да. Она говорит: что ты, говорит, с ним сделал? Я говорю: ничего не делал. Там он, говорит, утром встает и начинает петь ваши казачьи песни. Он зацепил. Цепануло, говорит, цепануло. Зацепил. А потом сам стал писать. И вот одну песню я написал «Словно пополе». Это московская поэтесса Марианна Захарова. Шикарная поэтесса. У меня 2 песни я написал на них. Но вот пока мы с этой песней заняли первое место. Где это? Вот мы выступали здесь, в Александро-Невской лавре. Александр-Невский фестиваль, да? Да. Авторские песни. Авторские песни, да. И вот как автор Валера занял первое место. А мы вдвоем заняли первое место как ансамбль. И приз зрительских симпатий. Ну, тут уж точно. Перед вами, наверное, мало кто устоит. Да. Словно по полю снежному мчатся ретивые кони, белой вьюгой российской моей заметая следы. Сколько лет я скитаюсь, но как я отчаянно помню, что вкусил благодати от мутной весенней воды. Эполет мой сорвало осколком в последней атаке. Пуля дура пробила фуражку чуть выше виска. Но тогда я еще не умел ни прощаться, ни плакать.
Но как строить умел золотые дворцы из песка. Я рукою едва к шелковистой траве прикоснулся. Уходя, уходил, мне казалось, что я уходил. Но Господь не судья, я опять из похода вернулся. Через годы вернулся к единственной той, что любил. Лишь она целовала с тоскою холодные губы. Я обвенчан с ней был благовестным и древних церквей. Пусть не встретит меня у порога победные трубы. Мне наградою будет дождинка из хляби твоей. И опять по морозу несутся ретивые кони. Белой вьюгой российской мои заметая следы. Над растерзанной Русью мне слышится звон колокольный. И в последней атаке пехота смыкает ряды. И палет мой сорвало осколком последней атаки. Пуля дура пробила фуражку чуть свыше виска. Но тогда я еще не умел ни прощаться, ни плакать. Но как строить умел золотые дворцы из песка. Но тогда я еще не умел ни прощаться, ни плакать. Но как строить умел золотые дворцы из песка. И по поводу детей еще мы не договорили вот, по Сапарговскому. Да, вот в школе, да? Да. Ну как это происходит-то все? Ну вот мы приезжаем туда с ними. Вот я, например, занимаюсь с ними, песни поем. Да. У нас есть. То есть ты им напеваешь что-то, да? Да, напеваю. Они садятся потом... ребята вокруг. Или нет, как за партом сидят в классе, да, да, потому что да. Как урок пения, да, как бы? Ну получается, да, да, да. Я им напеваю что-то, они тексты сразу раздаешь? Повторяют. Тексты раздаешь? Они уже знают. У них прекрасный преподаватель Елена Николаевна. Вот она с ними занимается, говорит: Андрей Георгиевич, приезжайте, мы уже готовы. Вот все, 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 быстренько так это. И они, вы знаете, смотришь на них, а у них открытые глаза, чистые. Дети, их вот не, нельзя спутать. Ну, я думаю, что уже передача подходит у нас к концу. Да. Ну, но я думаю, мы встретимся еще. За приглашение. Да. Следующая передача мы встретимся. Еще следующая передача будет. Это только первая. Для нас да. Это честь. Да. Божия всем помощь, ангелохранителю вам. Спасибо. И творческих успехов, как говорят. Спасибо. Надеемся, что творчество наше нравится людям. Держитесь друг друга, будьте действительно настоящими кунаками. Вот, потому что мир такой. Это очень дорогого стоит. Дорогого стоит. Я даже счастлив, что вот так ну, открыл для себя по-другому вас. Спасибо большое. Да. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами были ансамбль «Казачьи песни кунаки» Андрей Панин и Валерий Корженский. Спасибо, спасибо вам. Да. Спасибо большое. Божия всем помощи, ангела-хранителя.